Одинцовский городской округ оказался на втором месте в Московской области по объему введенного в эксплуатацию жилья. Показатель муниципалитета – 363 тысячи квадратных метров. В этом году введены в эксплуатацию 15 жилых объектов в Одинцово, Звенигороде, Горках Десятых, Салманово. Кроме того, Одинцовский округ – один из лидеров по строительству частных домов. За 8 месяцев было подано более 2000 уведомлений о планируемых работах, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.